как вкусно у тебя будет. А это что? Это стружка какая-то. А, это как кукурузные хлопья, наверное, такие. Тоже светлые. Сейчас. Вот это вкусняха у тебя. Так, мы тестируем новое заведение рядом с нашим домом. Называется Next Door Kitchen. Выглядит вкусно, а? А ну-ка, Лиза, тестируем. Это ванильное мороженое и вафля. То есть вафля с ванильным мороженым. Вафля с фишкой. Понятно. Это мы жарили очень долго. Для мороженое так застыло, смотри. И ты все вместе ешь, и вафли, и салат. А, это мне далеко. Я буду сильная, я не буду есть. Что, как тебе? Вкусно? Мама, это так быстро зажжет. Потому что оно было горячее, а мороженое холодное. А шоколад горячий. Как быстро застыла. Я никогда еще не видела, что так быстро застоит. Да. Девочка, как можно быть такой сластеной? Скажите, пожалуйста, Елизавета Дюрковна, как можно быть такой сластеной? Все сладкое вкусно. Да? Хорошо, буду знать. Приятного аппетита. Спасибо.